Работники автоприбора получили зарплату. Об этом сообщает Роструд. Проверку проводил территориальный орган Федеральной службы по Владимирской области по обращению одного из работников. В ходе проверки было установлено, что за апрель на заводе образовалась задолженность по заработной плате. Пострадавшими оказались 846 сотрудников. Сумма долга превысила 13,8 миллиона рублей. Кроме того, при нарушении сроков выплаты заработной платы, отпускных и расчетных сумм, работникам не начислялась и не выплачивалась денежная компенсация за задержку. По требованию Гострудинспекции задолженность перед работниками погашена в полном объеме. За допущенные нарушения трудового законодательства работодатель привлечен к административной ответственности. Между тем, судьба завода по-прежнему неизвестна. 22 мая коллектив едва не отправили на биржу труда. Но потом появилось короткое сообщение пресс-службы Белого дома о том, что в ситуацию вмешалась губернатор Орлова. После этого рабочим разрешили поработать еще 2 месяца. Что будет с этими людьми, когда эти 2 месяца пройдут? Этот вопрос пока остается открытым.